Детский смех на Елизовской улице Гришечка теперь будет звучать чаще. Здесь организовали филиал сада «Веселинка». Он примет в две группы еще 58 человек. И это только часть плана по расширению дошкольных учреждений. Детский сад – это такая первая ласточка в этом году. В этом году должно быть еще несколько. Причем будет еще детский сад такой же в доме, в жилом. Будут детские сады полноценные, большие, где от яслей до самого выпуска детки будут приходить. И они уже сегодня строятся. Все это благодаря национальным проектам, которые реализуются на территории Российской Федерации Камчатского края, и региональным проектам, которые влились в нацпроекты. От главы региона детсаду вручили подарок – телевизор, а строители передали заведующий символический ключ. И тут же, в день открытия, в группах побывали малыши, которые вскоре станут первыми воспитанниками этого филиала «Веселинки». Им еще предстоит привыкнуть к новым спальням и игровым. Но вот родители уже оценили обстановку. Все очень светлое, красивое, настолько яркое, глаза разбежались, тепло, светло. Филиал детского сада номер 22 решили сделать на первом этаже многоквартирного дома. Подобный опыт у муниципалитета уже есть. 3 года назад также выкупили помещение в жилом здании. Понимая, что застройка здесь достаточно активная в микрорайоне 34-го километра, и очень много людей переезжают именно на 34-й километр по переселению из ветхого аварийного жилья, плюс люди с побережья едут сюда, и здесь идет строительство. Администрации были выкуплены квартиры на первых этажах, и в них создались все условия для того, чтобы разместить детские сады. Такой путь оказался гораздо быстрее и эффективнее при решении проблемы очередей и дал возможность обеспечить местами елизовчан ясельного возраста. В нашем детском саду будут дети от 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет. При открытии этих групп мы разгрузили всю очередь. То есть сейчас в управлении образования очереди нет. Залина Корбанова, Дмитрий Былков, информационное агентство «Камчатка».